Добрый день, с вами канал «Один в Москве». Мы находимся на Воробьевых горах и собираемся съехать вниз по канатке. Вот так все это выглядит во вторник, 16 апреля 2019 года. Никакого народа, все абсолютно свободно. Берем билеты и вперед. Вот так выглядит помещение верхней станции Воробьевы горы. Тут вот сувенирный магазин, туалеты, касса. Вот мы поднялись на посадочный уровень. Тут кафе, турникеты для прохода. Все очень красиво и цивильно. Вот тут вот осуществляется посадка. Сотрудник помогает зайти и выйти. И поедем туда, вниз, к Лужникам. Поехали вниз. Благодать. Будний день, вторник. Уже около 3 часов дня. Никого. Мы едем одни в кабинке на 8. Никаких проблем. Вот так это выглядит условно через лобовое стекло. Пока еще работы какие-то ведутся. Тут строят эти спортивные объекты внизу. Не знаю, что строят. Вот перед нами промежуточная станция. Станция Лужники, естественно, на той стороне реки. Напомню про цены. Все это удовольствие в один конец стоит 200 рублей. В два конца 350 рублей. В будние дни такие цены. Вот мы на промежуточной станции, на которой выхода в обычном режиме нет. Просто проезжаем без остановки. Вот мы проехали среднюю станцию, на которой нету высадки. И теперь мы уже над рекой. Впереди Лужники. Справа станция Воробьевы горы, куда мы приехали и поднялись пешком. Смотри, ветер сильный. Вот Москва-Сити слева, впереди Лужники. Справа мост уникальный со станцией метро, ну и дальше Золотые мозги, да, Академия наук. Ну вот уже подъезжаем, уже конечная станция. Вся поездка, не знаю, минут 5. Конечно, хотелось бы подольше катиться. Вот эта посадка на нижней станции. И для того, чтобы ехать обратно вверх, нужно выйти и снова свои билеты предъявить на обратный путь. То есть это практически две поездки. Мы на станции Лужники внутри. А это полноценный фудкорт на нижней станции канатки Лужники. Вот обратите внимание, сколько тут представлено различных направлений. Китайская кухня, и пицца, и традиционная. В общем, готовьте деньги. Фудкорт или ресторанный дворик с выходом на веранду. Мы спустились по канатной дороге с Воробьевых гор в Лужники, и все наше путешествие подошло к концу. Сегодня прекрасный день, солнечная погода, 16 апреля 2019 года. Я с вами прощаюсь. С вами был канал «Один в Москве». Всего вам доброго.